сказать. С Новым годом! С Новым годом еще раз с острова Кайнань. Я пожелаю всем удачи, всем успехов. Огромная благодарность Ричарду Александру Васильевичу Богданову. Благодарность за то, что мы есть, что это сообщество людей, которые стремятся учить языки, что мы есть. Команда EN101. Всем привет! Марченко Вера с острова Кайнань. Всем удачи! Еще раз! В Украинском гуманитарном институте появилось нечто, что до сих пор студенты не могли себе даже представить. Открылась группа Discover Yourself по изучению языков с помощью лингвотренажера N101. Сейчас мы будем заходить в каждую комнату и приглашать именно наших студентов первый курс на занятия. Ира, приглашаем тебя. Это уникальная программа, которая помогает изучать несколько языков. Английский, немецкий, французский, испанский, китайский, корейский, японский. Многие студенты были приятно удивлены. За 20 минут они выучили одну тему на трех языках, набрав при этом по 100% за каждый. Передо мной просто озвученный учебник. У меня появилось желание выучить не только английский язык. Вижу, это реально. Мені сподобався багатосторонній підхід, який використовується в лінгвотренажері, тому що він допомагає за короткий проміжок часу вивчити багато слів. Мені здається, що лінгвотренажер за такий короткий час став для мене найкращим другом. Зубрити не треба, а він такий терплячий. І особливо хочу подякувати нашим організаторам-студентам, які беруть активну участь у проведенні цих занять. Hello, my name is Ярослав. Мне нравится учить английский язык в EN101, потому что это развлекательно, ну и интересно. Благодаря EN101 я улучшила оценку в школе. Добро пожаловать в EN101. Goodbye! Очень нравится лингвотренажер. Мечта. Когда хочешь, сколько хочешь. Любой язык великолепный. В силу своей профессии сапера остался без ног и не могу передвигаться так свободно, не могу посещать где-то курсы, уроки, поэтому эта программа для меня очень актуальна. Ну и многие люди в таком положении, в котором я нахожусь. Да и вообще людям полезна эта программа. Glove box, pedals,
давайте научу машину делать. Нет, у меня есть кое-что поинтереснее. Увлекательную, познавательную программу по изучению английского языка и не только. А поможет нам в этом лингвотренажер EN101. И сегодня мы с ребятами выучим тему «Дикие животные» – «Wild Animals». Я нажимаю на картинку, а вы слушайте внимательно и вспоминайте правильное английское произношение. Tiger. Tiger. Lion. Это у нас кто, Лим, это ты? Lion. Это я. Будет лайон. Запомнили, ребята, повторяем. Так. Лайон. Отлично. Идем дальше. Джираф. Повторяем, ребята, запомнили? Джираф. Отлично. Элефант. Элефант это кто, ребята? Слон. Слон. Проверим. Нажимаем на слона. Правильно. Молодец. Манки. Кто это манки? Обезьяна. Обезьяна. Сейчас молодец, попробуем. Молодец, Никита, хорошо. Правильно. Кто? Лайон. Лайон, это я. Конечно же. Вот так, хорошо. Да, Никита заработал 100% очков. Давайте ему похлопаем. Никита, еще раз поздравляем с днем рождения. И приходите к нам еще при попом.